История Андрея и Светланы, теперь уже Карпачевых, началась почти 4 года назад. Познакомились молодые люди в парке во время обычной прогулки. И именно эта случайность стала для пары определяющим этапом жизни. Об этом молодожены вспоминают с улыбкой, находясь в отделе ЗАГС сегодня в качестве жениха и невесты. Любовь, наверное. Это самое лучшее чувство, которое ничем не заменишь. Ни деньгами, ни... ничем. Ну, а я в своей жизни буду стараться находить всегда понимание. И, наверное, чтобы были взаимные чувства и никогда не угасали. В торжественный день в зале только самые близкие и дорогие люди – родители. А больше никто и не нужен, уверены Андрей и Светлана. Ведь счастье любит тишину. Сегодня день влюбленных. И мы решили узаконить наши отношения в такой прекрасный, знаменательный день. День Святого Валентина. Я бы сказал так. Наверное, основное – это чувства. Они больше всего скрепляют. Закон охраняет. Как признаются работники отдела ЗАГС, красивые даты всегда пользуются особым спросом у молодоженов. Не исключение и 14 февраля. Так, например, 10 лет назад в этот день свой семейный союз заключили чуть больше 40 пар. В 2019-м их 15. И в каждой верит и надеется, что магия чисел позволит сохранить волшебство любви и гармонии. Конечно, все, кто приходит к нам, именно желают зарегистрировать брак, так называемые магические даты. В то же время 14 февраля у нас тоже определенная магия. Это число относится к тем числам, которые окружены, наверное, огромной любовью, возможно, даже и бесконечной. И что молодожены, когда приходят к нам и говорят, вот нам бы хотелось именно 14-го, понимая о том, что вот этот день особенный. Особенный не только для них, особенный для жителей города, особенный для всех окружающих нас. И говорят, что именно в любви, именно что в этот день зарегистрируют брак, их семейная жизнь будет, наверное, бесконечной. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.